Здорово, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Алекс Фокс, Фрэш, Индифай, Сережа Поутов и Паша Клейц. И мы сегодня продолжаем играть в Памел Парти! Хей, братишки! Да, все, пацаны, полетели! Подожди, Олег, а можно я сегодня буду более сексуальным, томным мужчиной? Конечно, Паш, конечно, делай что хочешь! Итак, друзья, сегодня мы продолжаем играть с последним обновлением, где мы можем теперь играть не вчетвером, а... Что? Это не Паша, это паштет. Ну, всем привет, окей, ребята, короче, сегодня паштет. У нас 6 человек, да, и мы играем снова на новой карте. Давайте, у кого еще? У кого два будет? Почему мне ноль выпал? Почему? Просто пиздец. Это а что кегли теперь? Это раньше были у Андрея. А что за кегли? Это, короче, просто предметы, которые висят в воздухе, они каждый раз меняются. Зачем? Просто, зачем? Справа остров. А, сбивать. А, чудесно. Да, конечно. Что это? Первый, пацаны. Тюмень был. Ребят, пишите в комментариях сразу, как тут. На землю обратно. Нет, это вот на этой карте, вот на эти ловушки. Я считаю, что это будет какое-то везение. Нет, ферзь, да, ой, ферзь, давай. Ходите, ходите. Ничего нету, только первый. Ребятки, нифига себе. Короче, друзья, сразу в комментах напишите, как думаете, кто сегодня победит. Вот. А у нас два ключа, два кубка. Да, правда. Блин, вот, кстати, надо знать, выиграть. Пацаны, меняю ход. Не надо. Да, поэль. Наоборот, хорошо, там до кейса вам идти. А ключей-то нет? Кейса? Да, ключей-то нет. Ключей-то нет, совсем нет. Смотри, Паша сейчас... Всё, Паша минус. Паша сразу мимо пролетает, отлично. Да, реально мимо. Направо, да? Куда пошел? А он прошел бы мимо. Блин, ну самое главное на этой карте... Так вот, что я и говорил, пацаны. Спасибо, Паша. Вот смотри, Серега походил, встал на ловушку. Макс походил, тоже встал тихо на ловушку, да? Паш походил, встал на ловушку. Как это работает вообще? Андрей походил, встал на ловушку. Как это работает? Можно в комментариях, это раздражающие ходы, можно не комментировать? Я не на ловушке, я не на ловушку встал, ты что, я только ход поменял. Ну это же тоже, типа, ну что? Сейчас я поебал. Это же необычно. Да вот, что за бред, пацаны? Так, подожди, это не совпадение, пацаны. Мне кажется, давай, нас кто-то заказал. Смотри. За... А, так, нет, восьмерка. А там есть ловушка дальше? Так, нет. Вот куда сейчас лучше пойти? Направо. Ну, Олег, ты уже... Направо, уже... направо. Ты ну уже ладно, погнали направо. Вы дурак, да, пошел. И встанем вот сюда. Подарочек! Аптечка! Аптечка. Один везучий. Так, какой у нас... Ну нет, ну... У нас сегодня шестеро, пацаны. В прошлый раз было тяжело, сейчас будет чуть-чуть. А на какие клавиши тут я забыл? Q, приседай, пробел. Пробел, ей пробел. Что, Андрей? Что? Ей! На второе, так, второе. Так, пацаны, на Q. Ага. Пока, Сережа. Пять. На первое. Давайте, пацаны, кто первый, тот лох. Ну, так Сережа. Не, кто первый упадет. После этой фразы я должен сдохнуть первый. Не, кто первый упадет вниз. Не, ребят, это я буду. Да, ну почему, Сережа? Может быть и не ты. Кто знает. А что все? Я не понял, что все играть научились или что? Да хрен наплавал, я сказал, после этой фразы я первый упаду. Блять! Я не первый, самое главное. Да блин, я упал вниз! Нет! Просто у меня белый цвет у персонажа, и он очень сильно сливался, короче, с вот этими серыми, я сбился просто, и все. Первый раз в жизни он подруг врубил. Не, на самом деле, Паш, ну все, Паш, ну хватит выпендриваться. Хорошо, Олег, хорошо. Смотри, что делают. Все. Ну, что направил лох? Нет, просто в этом режиме, короче... Просто не мужик. Слушай, я сейчас не буду с тобой обвиняться, урод, тварь. Нет, короче, просто в этом режиме, если ты один раз споткнулся, то все. Потом ты просто начинаешь теряться. Откуда такие ходы? Вот почему на этой карте постоянно то 9, то 8. Куда? Ладно. Посмотри, куда встал. Ах ты какой. Налоги. Налоги платить не хочется вот здесь. Давай, возьми, ты у двоих сможешь взять. А, пацаны, дайте ключи. Забирай, братанчик, держи. Ну все, ну первый кубок берет. Че за комиссия? Сейчас один выпадет. А сейчас... Ну он берет, Что? Что? Второй что кубок. За бред, пацаны? Вот так вот руки сделали, все быстро заменяли. Так, подожди, стой, я не понял. Когда Андрей научился играть в Памел Парти?
Пацаны, когда это день? Он у себя на серии выиграл, и сейчас это заявка на победу, что ли, Андрей? Если он тебя унизит на твоем же канале, то... Это заявление в полицию. Только что, подожди, в смысле? Ну, я не понял. Еще я ключи получил с этого. Вообще нормально, Андрей. Я в плюсе. Как ты это делаешь? Я в максимальном профите. А что у меня там? Понятно. Так, а по КП у меня что? Захиляйся, у тебя нормально. Да будет 60, Олег. Вот это да! Вот это да! Ну, Сереженька ключики получил. Вот это я походил, конечно, пацаны. Далеко ушел. Неприятно по морде, конечно, было. Конечно, конечно, неприятно. Я думал, ты туда же встанешь, там что-то на голову упадет. Ну давай, Сережа, ходи. Я тебя уважаю. Смотри, а сейчас то в 7-9 выпадает, то в 7-2 выпадает. Как работает это? Кто как учился в школе тут? А, да что ты говоришь? У меня нормально с оценкой двойка. Девятка — это 3 тройки. Тройка, ладно. Направо беги, направо. Иди налево, да, побежал. Зачем тебе этот подарок? Забирай ящик, красава. Пацаны, мне кажется, под кого-то готовится удар. Блин! У него сядет. Блин, вот почему ты... Только вот у меня в этом режиме застревает персонаж в своих же бомбах. Я не понимаю, почему. Не надо, надо так оправдываться. Просто надо играть и все. А вот сейчас, кстати, и что это было? Минус болото пришел. Сразу. А если тут самого себя убиваешь, то очки себе за это дают. Эй, я дурак. Да, даются. Я помню, я делал так. Не, не дается. Олег, тихо. Ой-ой. Оп-оп-оп-оп, я очень сильно путаюсь, где кто, кого, чего? Оп, да слушай, как ты путаешься. Оп-оп, я путаюсь. Уходи. Да давай, опа, Андрюшенька, домой. Отлично. Ну давай, Макс, а он мы вроде остались дома с тобой вдвоем, понимаешь? А Максим точно Ферш. На твой осталось, там никто Максим нигде Ферш, не давай. Нет. Опа. Максимилиан. Опа. Максимилиан? Опа. Опа. А чё это? А чё это вы убегаете? Ого. Ого. Ага, ага. Все молчат, потеют. Да, блин, ну реально потно так. Да, особенно ты, Саня. Да? Да, я не могу. После лица просто. Внезапная смерть. Да что ж ты будешь делать-то? Надо давайте блокировать. Петуха, да, надо просто блокировать, надо просто блокировать и все. Да когда уже ты. Не, ну это. Ну так нельзя же. Ну нельзя и же. Так. Ну... А все, Максим, можешь там закрыться и все. Ты не пускать. Я там иди сижу. Ну так. Ты нормально вообще. А че? А что это? Он у меня остановился и не бежал. Все правильно, все правильно. Макс, я по хитрости сделал, просто понимаешь. Хитрожопый, сука. А ты повелся на это. Не хитрожопый, а хитрожопый. А ты Павел Юрьевич просто. Ну давай, давай, пацаны. Но все равно второе место пока это тоже хорошо. Второе же место, да? Ну это тоже хорошо. До свидания. Ко мне даже не заходи. А что, не впустишь, Андрюш? Может быть, я завину на чаек, так сказать? Зря. Очень пожалею, что об этом созовешь. Ого! Это кто там полетел-то? Это я. Нормально ты сидел. Паша? Говори, никто ко мне не зайдет. А, Паша? Точно уверен, Андрей, что никто не зайдет? Да. Лучше не рискуй даже. Да почему? Да дай зайду, Андрей. До свидания. Ой-ой-ой. Олег, я не выйду. Слишком много взрывов, пацаны, ничего не понимают. А да почему ты проход не сделаешь соседний? Можно соседний ее сломать. Да Паша. Я отсюда никуда не выйду, мне здесь по кайфу. Ага. Олег чуть не взорвался. Да, это я было прям на волоске. Опа, Андрюша. Иди сюда, иди. Ну, Андрей, красава, по моей тактике наработанной. Не, ну это нормально вообще. Олег, уйди от меня, я не хочу уйду. С тобой играть. Не уйду. Уйди. Не уйду, Андрей. А он с другого прохода. Да, я понял, он меня пытается выкурить отсюда. Я тебя выкурю, Андрей. Да! Да! Выкурил этого петуха оттуда! Опа! Давай, Юзай, подарочек. Пацаны, заезжай, подарок ради вас. Ради вас. Не надо. Надо еще как-то. Не надо, Олег, кофе, не надо. Олеж, мы верим в тебя. Да блин! Не надо, Олег, кофе. Да почему? У меня читы к этой игре, я все вижу, Олег, кофе. Я, походу, Олег, сегодня жестко отпетушат. Хвосты в гриву, Олег. Ходи, Андрюша, ходи. Не, если Андрей из целы выиграешь, я это буду Паша. Только за, правда? Паш, да. Давай еще один кружок. Куда потом за кадром смотришь? Будет говорить, ну, Андрей, не, потом перезапись. Нет, чего? Смысл, по-моему, партия это совершенно рандомная игра. Да. Зависит не от тебя вообще.
От меня зависит только, я крутой. Как ты в режим играешь. Вот еще, мини-игры точнее. Ба, красава. Уходи. Макс, вытащи меня, пожалуйста. Нет, до свидания. А может, это... Ключики. Пиздец, просто это... прикольно. Так, ладно, пацаны, откройте, пожалуйста, кто-нибудь сундук. Когда проходил мимо Олега бокса, ну, бокса Олега, надо было плюнуть туда. Ох ты какой, ох ты какой, Андрей. Так, подожди, смотри, смотри, что делает. Он реально сейчас к сундуку пойдет. Ну пока не хватает. Опа! Давай, юзай потом. Не-не-не-не-не. Какие выиграли сразу? Часа бред, ему еще и подарок дали. Лёха, плюнь там ему в коробку. Так, Андрей. Я далеко был. Если сам плюнуть хочешь, подходи, поговорим. Ну, Паша. А, не, а, да. Смотри, да-да-да, Серёж, всё правильно, да. Так, все походили. А, Саня еще. Не, я последний. Алекс, Алекс Джей Фокс, ваш ход. Ура, три, нихуя. О, на Пашину комиссию зашли, нормально, нормально. А может быть что-то больше трех? Объединение. Нет, 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 нет. Играем. Нет, без объединения. Мы с вами вместе, братья. Просто все списываем на совпадение. Уходи! Да че я ты? Все списываем на совпадение. Да там еще было, алло. Вот же крыса, блядь! Да я Сереге хотел передать! Тогда мы еще кто-то есть. А я вот. Да, понятно, понятно. Все, объединение. Какое объединение? Я изначально был против. Это плохо, это очень плохо. А я кому отдал? А я кому-то отдал. А, не мне, спасибо! Панда с динамитом. Уходи! Ой, хорошо! Ой, хорошо, что-то как. Объединение против Олега, все. Как вы туда запрыгнули, кстати? Да никак. Слева можно зайти, алло. Вон слева. Ну зачем? Слева лестница. Макс объединяется с Олегом, все. Лестница слева. Где слева лестница? Вон слева. Вон слева, вот тут. Слева вот они, досочки, досочки, вот они. А. А чё мне? Понятно, я предупреждал об этом. О чём? Я сказал один раз. О чём? Я не понимаю, как смысл? Объединился с Болотовым. Чего? Я изначально был против него, вы вообще слышите или нет? Я перед тобой вырубил Болотова, ты пошел за мной. Ну так потому что я хотел тебя вырубить. Сейчас вот если Макс умрет, то все. Какие объединения, скажи, что за бред? Я Серегу начал с самого начала просто понять. Давай, Серега, отомстим. Нахуй ты меня трогаешь. А ты был против меня, Макс, так что все, ничего не знаю. Опа! Хуй, я больше зайду, блядь, объединение. Я понял. Да какие объединения? Да не было объединений сейчас. Вот, ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, было сейчас какое-то объединение или нет? Пиздец, Андрей, там ничего не было. Я не... Так, а где этот? Кто этот? Они подожди, вы вдвоем остались. Это Саня жив был. Вы вдвоем остались, Саня. А, да? Кто-то спрятался. Он за кто-то спрятался. Вот этим, да, здесь. Давай, ты, а кого, кому бомбу передали там? Кто-то вот спрятался, он. Сучка. Да, кто спрятался. Нет! Блин! Блин! Ну, ладно. Плохая тактика вообще была. Плохая тактика. Да, объединение не очень. Какое объединение? Ты объясни мне, Андрей. Вот давай по факту разберем ситуацию. Давай, давай. Саня ударил... Изначально прилетела претензия, что я объединился с Серегой. С самого начала игры я был против него. Я дал ему первую бомбу. Я начал его гасить. Андрей ударил Болотова. Да, я побежал с Андреем. Ты не отдал ему, ты побежал за Андреем. Ну, потому что Андрей играет чаще по моему партии. И он противник серьезнее. Да нифига, там Олег отмазал по мне. Я по нему. Что за дискуссия? Какая отмазка? Короче, пацаны, у вас там своя какая-то картина в голове. Да, это духовную отмазку. Ходи, Сережа, ходи. Кстати, если сейчас ты мог ракету завязать, полететь и... А смысл от меня? Смысл? Смысл? Какой смысл от ракеты? Ты мог сейчас от Андрея дойти. Я уже погуляю. Комиссию Паши дам. Комиссию Паши. Какое объединение? Серега просто не так часто играет в эту игру. Давай, один и еще одну. Ага, понял. Нет, смотри, 6 уже выпало. Я буду давить. Да кого? Господи, начинают, вот это вот всё. О, наконец-таки! Олег, как он влезает? Так, пацаны, так, аптечечка. Ну ладно, пока не будем влезать. И вот это да! Она уже не понадобится. Ключики сейчас получу. Вот это да!
Неплохо, неплохо, Олег Кофьев. Я одобряю данное поведение. Спасибо, но спасибо. Но объединение спасибо. Мне, конечно, не очень понравилось. Так, комиссия. Паш, давай ты не будешь... Комиссию платим, я знаю, где ты живешь. Я сейчас приду к тебе, реально, Паш. Вот, мне не составит труда прийти и поговорить с тобой нормально, понимаешь? Ну вот, вещи мои... Нормально, поговорить, нормально. Вот так вот, значит, да? Не знаю, мне кажется, вот, блин, всегда в Final Fantasy игра всегда... вот. Один. Надо молчать, реально. Ничего. Давно хотел пообъединяться уже. Да не, Олег, надо не молчать, надо просто меньше объединять. Да никто не объединил. Все, я не буду спорить, пацаны, ваше мнение. Оно такое. Я вот спросил заранее перед тем, оно правдиво. Я не объединялся. Так, ну что ж, вы готовы? Да, конечно, всегда готовы. Готовы объединяться? Блин, ну и дебилизм. Что, блядь, происходит? Тихо. Да, нет! Минус Олег? Почему? А потому что... Минус Олег. Ах, какие вы противные все, пацаны. Да, блядь! Пока, Саня! А давайте вообще объединим... Подожди, Саня, каким цветом будет? А давайте... Ты нормально вообще, Паша? И кто выиграл? Серега выиграл. Я? Серега выиграл. Выиграл тот, кто не объединялся. Ну, вот. Ем Олежку. Ё-моё! Тихо, отстаньте! Оп, блядь, оп. Ой. Тихо. Да куда-то? Что это было? Максим, иди, пожалуйста. Да не, это Саня. Ты там бьёшь? Андрей выигрывает? Что? Как ты сильно так бьёшь, алё? Да он просто разбегу. Я накачался. Блядь. Улетел сразу. Блядь, нет, иди. Не надо, пацаны. Молодые люди, а чё вы на меня лезете? Ой, так кто остался, с кем я? Блин! На какой? Ой, да ну, чего, блядь? Я первый? Первый? Чего? Какого хрена? Не, она всё как-то нормально, Саня, там еще и ракеты. Нормально вообще. Получилось так, слушай, хорошо. Нет, Саша. Почему? По-честному. Сань, ну вообще у тебя не хватало. Да ладно? Вещей, я хотел. Паша сразу такой, Саня сказал, Саня, тебе пизда. Ой, как они и полетели куда-то в космос туда. Так у тебя лечение. Я знаю, я просто проиграл. Я просто решил убить. А зачем ты отправишь ракету? Да просто, что мне нельзя, моя ракета, хочу и летать. Чтобы ХП вам списать. Какая тварюга. Так, у Андрея 37 ключей, мне это не нравится. Какая тварюга. Так, знаете? Мне это не нравится. И Андрей ближе всех находится к... Ну это мне не нравится. Так, какого ху... Опа! Молодец! Хороший ход, хороший! Ключики. Сейчас Андрей заберет эти ключики. Не-не-не-не-не-не. Ну-ка, Андрюша, пожалуйста, ходите. А, сейчас почему-то натравит. Кстати, ну а какой ему смысл это делать? В любом случае нужны ключи. Да. Чуть не провалился, кстати. Да, чуть не упал. Идеально просто. Так у него ключей-то нету. Если бы меня не трогали бы ракеты, я бы сейчас бы золото закончил бы. Так что отлично, игра продолжается. У нас еще у всех есть шанс, пацаны, выиграть. Я сдерживаюсь, но меня всячески провоцируют на объединение. Чего? То же самое. Что? Кто объединялся? Мне шутило. Зачем мне ракеты сейчас писали ХП? Я просто полетал, потому что ракета моя. Андрей, ты хочешь сказать, что я Саня как будто... Цель этого полета была. Просто полетать, у меня есть ракета. Забирает. Подожди, Андрей, хочешь сказать, что мы вот, допустим, с Саней сейчас сидим и переписываемся в телефоне, да, например? И такой я ему пишу, так, Саня, надо Андрея ликвидировать, давай ты ракету тебе. Ликвидируй. Хочешь сказать, я вот так вот, да, мы работаем. Сейчас взломаю телефон и посмотрю переписку. Не знаю. Сережа. Сережа, что? Он еще эти занял, налоги. Ну, Паш, только у нас, короче, налоги будут. Опа, реально, как это хорошо! Да. Кому я на комиссию? Паша, да? Мне, естественно, да. Ну, комиссия, кому плати. Еще? Кому еще я мог встать-то, а? Ходите, пожалуйста. 8. Нормально. Так, налево. А достанет? Нет. Не достает. Там еще Паша на комиссии находится. Да что ж такое-то, а? Да, Паша просто за один этот ход сколько ключей заработал. Ой. Давно не было, что пацаны. Делать? А нас тут друг друга просто... Это жопа, пацаны. Опа! Кися. А где я, блядь? Так я тоже этого делаю? Не понимаю, пацаны, слишком динамичный режим просто. А тут как сражаться? На левую кнопку мыши просто бьешь и на рандом вот так вот. Дарт Вейдер! Ай, хорошо. Да я хрен его знает, как этот режим работает. Пацаны, я уже 11 киллов сделал! Да читер, а я ноль. 14 киллов у Олега. Я не знаю как, парни, отвечай, где я? Да я только заспал.
Дайте заспавиться нормально, ребят. Мне кажется, там складируются трупы. Да тут вообще жесть. Блин, 14 секунд. Я не знаю, как это... Я не понимаю, какой тупой. Это рандом, парни, это просто рандом. Тупой рандом. 20 килов. Я теряюсь, я даже не знаю, где я. Ну я тоже, если честно, я говорю, 21 килл! Как? Просто скажите мне, как? Ой, это да. Так, ладно, что могу вообще сделать я такого? Ничего не надо делать. Опа, ну давай прокатимся. А куда? Там Сашки? И зачем? И зачем? Олег, зачем? А кстати, да. Олег, а зачем? В смысле, просто? Почему не могу просто, что ли? А почему просто не на Серегу, не на Саню? Да. А где они? Они находятся дальше все. Они нету никого рядом со мной, нету никого. Ну сейчас выгоднее. Смотри, сейчас тебе покажу, я тебе назад покажу. Сейчас выгоднее Максима, потому что он возле... Он был возле сундука, я думаю, если я сейчас баклажаном взорву его, то у него будут ключи, он не сможет открыть. Серега к тебе был ближе. Где ближе? Где он был? Я даже... Серега вот здесь, я его даже не видел. Вот это, какой ближе? Пацаны, ну вы уже просто начинаете реально палку перегибать. Какой бред, какие объединения? Рискуем, нет? Давай попробуем. Опа, да ладно. Ну все. Да ладно! Конечно, просто, чтобы ни у кого не было, я просто заканчиваю эту игру и все. Чего? Просто без шансов! Реально заканчиваю. Я забираю сундук и все. До свидания. Заканчиваем игру, я победил. Чего? Что? Это самая короткая серия настольной по Памо Парти ровно за 20 минут. Андрей выиграл! Андрей, ребята, вы понимаете вообще? Не, ну поздравляю, конечно, поздравляю. Поздравляю, конечно. Это честная победа, честная победа. Короче, друзья, вот такая вот серия сегодня у нас получилась. Надеюсь, она вам понравилась. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Инди Пай, Фреш, Алекс Фокс, Сережа Курсов, Паша Квейз. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока. Всем пока. Пока-пока, ребята, F9, уважаю, люблю всех.